Саран-саран, с вами Ариран. Сейчас будем смотреть вместе с вами клип Би Рейна. Называется он The Best Present. Обещали мне, что клип будет красивый, поэтому давайте посмотрим на это. Я только вот это включи, я бы уже сразу сказала, о, да это ж Рейн. Эти плечи такие вообще, как они в кадр поместились у него. Как он делает? У меня столько сейчас эмоций. Прям вот смотрю, это наслаждение. Да-да, еще и графика. Слушайте, как они классно придумали. Вот он уже думал, вот как мне показать всю красоту своего тела и пластики своих движений. И они прям идеально выбрали формат клипа, а? И перчатки эти у него такие интересные. Правда, очень красиво. Я думала, красиво будет в плане того, что там будут какие-то супер-пупер декорации красивые. А тут... О, у него кофточка подпрыгнула. Нет же, меньше говорить, больше следить. А то так и пропустить можно что-нибудь. Вы это видели? Он такой, типа, не пропустишь ты, ничего ты не пропустишь. Кофта так на нем. Так, балет. Типа теперь это все будет еще в 3 раза круче. Ух ты, Наджи. Если честно, когда только появился балет, я думала, что справа это девушка. Так сейчас видимо, что это был мужчина. А-а-а, какой же мужчина! Ёлки-моталки! В такие моменты я начинаю думать, и чего мне так нравятся эти мальчиши молоденькие, когда есть такие мужики реальные. Но... сердце не прикажешь, как говорится. Насколько я люблю Рейна, но и я его люблю как артиста. Да, залипаю на вот это вот все, которое там у него. Вот, да. Я буду каждый раз, наверное, так реагировать, блин. Он смущает меня. Ишь ты какой, а? Блин, как красиво, правда? Слушайте, ну это вообще... Вот что значит артист. Он идеален просто. Он офигенный актер. Как драматичный, так и этот, как его там... Такого. В общем, комичный, да? Он танцует шикарно, у него шикарная музыка, голос, тело, вкус. И еще и возможность, собственно, заниматься этим всем. И такой еще взгляд, и дыхание. Это, знаете, это типа, кого я не успел добить еще. Вот я сейчас еще чуть-чуть посмотрю и добью. О! Концовочка. Но это все настолько в стиле Рейна. Отвечаю, я только первый кадр увидела, там, где появился его силуэт. Я вот даже если бы не знала, что за клип я включила, я бы сразу сказала, о, это так похоже на Рейна, это так настолько его... И я получила удовольствие, не знаю, насколько от песни,
смотрела клип. Я обычно песни начинаю любить там хотя бы со второго, с третьего раза, поэтому это еще, думаю, впереди. Но то, что он показал... Ну ладно, если уже не говорить про всю вот эту красоту, которая там, ну вот, да, как бы, вот, в плане, конечно, оформления клип настолько в стиле минимализма, с одной стороны, но с другой стороны он был переполнен динамикой, эмоциями, окружающими вокруг него. Его голос вот это все наполнял, в общем, мне очень понравилось, и у меня столько впечатлений, я думаю, что этот клип будет... одним из, наверное, любимых моих за последнее время, которые я посмотрела, ну, не считая, конечно, своих любимчиков, а если вот из остальных артистов, кого я почитаю, уважаю, то этот клип однозначно войдет в десяточку туда, ближе туда, кверху, очень мне понравилось. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Саран-саран, с вами была Риран. Всех целую, пока-пока-пока.